Чем сильнее становится противник, тем сложнее с ним бороться и побеждать. Тем сложнее добиваться реальных успехов, а не выдавать желаемое за действительное. Командир немецкой подводной лодки У-515, корветен-капитан Вернер Хенке, был последним подводным асом Кригсмарины, чьи заявленные успехи в условиях тотального превосходства союзников на море соответствовали действительности. Судьба Хенке примечательна еще и тем, что гибель этого подводника стала прямым следствием одного из крупнейших его успехов. Система награждений, введенная в немецком подводном флоте с началом Второй мировой войны, была эффективна и проста. Рыцарский крест за 100 тысяч тонн потопленного тоннажа и дубовые листья к нему за 200 тысяч тонн. Командиры подлодок были мотивированы на получение награды, которая была признаком подводного аса. Но гонка за заветным крестом имела и отрицательную сторону, так называемый оверклейм. Термин этот, пришедший из англоязычной военно-исторической литературы, можно перевести как «завышение заявленных результатов». Чем эффективнее становилась противолодочная оборона союзников, тем больше было расхождение между реальными и мнимыми успехами подводников Кригсмарины. Личность корветен-капитана Вернера Хенке интересна прежде всего тем, что он был одним из последних настоящих асов, воевавших в Атлантике. Хенке получил дубовые листья к рыцарскому кресту. Это были последние дубовые листья, полученные в подводном флоте за реальную результативность. Хотя в один день с Хенке был награжден и Карл Эмерман. Он был представлен к этой награде во время своего последнего похода и больше в море не выходил. Хенке же продолжал воевать и топить. После Хенке и Эмермана дубовые листья получили всего три человека – Вернер Хартман, Ганс Гюнтер Ланге и Рольф Томпсон. Однако знаменитый Хартман, бывший командир У-37 и один из результативных асов начала войны, был удостоен награды как командующий подлодками на Средиземноморье. Двое последних, командиры лодок У-711 и У-1202, были награждены в один день, 29 апреля 1945 года, и получили высокую награду за абсолютный оверклейм в атаках. Впрочем, возможно, их награждение носило сугубо пропагандистский характер. Немецкая подводная лодка У-124 известна своей эмблемой «Цветок Эдельвейса». Именно на ней Вернер Хенке служил под началом подводных асов Георга Вильгельма Шульца и Йохана Мора. Получив под начало собственную лодку У-515, Хенке сделал Эдельвейс и ее эмблемой. Позднее к ней добавилась вторая эмблема – молоток. Карьеру командира субмарины Хенке начал в феврале 1942 года. Он не успел поучаствовать в событиях, происходивших у берегов США и в Карибском бассейне в первом полугодии 1942 года, так как принял под командование новую большую подлодку тип 9С и в течение этого времени занимался ее испытаниями и тренировкой экипажа. Однако, выйдя в свой первый боевой поход из Киля 12 августа 1942 года, Хенке начал резко наверстывать упущенные возможности. Ночью 12 ноября 1942 года западнее Гибралтара Хенке атаковал и потопил плавбазу британских эсминцев «Гекла». Эсминец «Марн» начал подбирать выживших, однако получил торпеду, разворотившую ему корму. К счастью, корабль остался на плаву и в январе 1944 года вернулся в строй. На «Гекле» погибло 279 человек из 847. Еще 13 моряков погибло на Марне. Одним из наиболее известных эпизодов, связанных с боевой деятельностью Хенке, является потопление лайнера «Церамик», использовавшегося британским адмиралтейством как войсковой транспорт, совершавший плавание между Европой и Австралией. Этот пароход неоднократно становился мишенью для немецких торпед еще с Первой мировой войны.
Однако судьба благоволила «Церамику», его экипажу и пассажирам до 7 декабря 1942 года. В ту роковую ночь к северо-западу от Азорских островов лайнер подстерегла У-515. Хенке преследовал судно несколько часов, после чего, заняв удобную позицию для стрельбы, точно определил скорость жертвы – 17 узлов – и выпустил две торпеды, добившись одного попадания. Так началась одна из самых страшных трагедий подводной войны. Взрыв торпеды пришелся на машинное отделение, поэтому судно лишилось хода и электроэнергии. Среди пассажиров паники не наблюдалось, и экипажу удалось спустить шлюпки на воду, несмотря на волнение моря и полную темноту. После этого в течение часа У-515 выпустила в лайнер еще три торпеды. Последняя из них разломила судно на две части, после чего оно быстро затонуло. Спасшимся не повезло. Погода испортилась, пошел дождь и начался сильный шторм. Шлюпки затапливало, переворачивало, и люди плавали рядом с ними, удерживаемые на воде спасательными жилетами. Хенке сообщил в штаб о потоплении «Церамика» и получил в ответ приказ вернуться на место атаки и взять на борт капитана, чтобы выяснить маршрут и груз его парохода. Как писал командир У-515 в журнале боевых действий, на месте гибели судна большое количество трупов солдат и военных моряков, приблизительно 60 спасательных плотов, много лодок, части от самолета. Позже члены экипажа У-515 вспоминали, что Хенке был очень расстроен открывшейся перед ним картиной. Во второй половине 1942 года Верховное командование немецких подводных лодок Befestschaba der Unterseeboot признало, что результаты побед в Северной Атлантике значительно снизились. Успехи союзных противолодочных операций в Северной Атлантике исключали успешное применение немецких подводных лодок в указанных водах. Противодействие противника на растущую угрозу со стороны подводных лодок Германии значительно увеличилось во второй половине 1942 года, благодаря приобретенному опыту командиров конвоев и эскорта, наличию новых надежных средств обнаружения подводных лодок и значительному совершенствованию противолодочного оружия. Чтение немецких военно-морских шифров после взлома кодов «Энигмы» в сочетании с большим количеством эскорта и уменьшением воздушного зазора в Северной Атлантике сократило успешное использование Карлом Дёницем своих волчьих стай. Весной 1941 года командование Кригсмарине уже оценило тот факт, что маршрут конвоев Кейптаун-Фритаун станет отличной мишенью для атак подводных лодок. Порт Фритаун в Сьерра-Леоне служил сборным пунктом для всех торговых судов, идущих в Европу, на Ближний и Дальний Восток. Этот маршрут проходил вдоль стратегической морской узловой точки «Мыс Доброй Надежды». Это гарантировало, что все суда, проходившие по этому пути, должны были останавливаться в одном из ключевых южноафриканских портов – Сальдания, Кейптаун, Ист-Лондон, Порт-Элизабет или Дурбан. Во Фритауне более медленные торговые суда формировались в конвои для дальнейшего следования, в то время как более быстрые корабли плыли самостоятельно. Немецкое командование, понимая трудности с логистикой, связанные с удаленными операциями в Центральной и Южной Атлантике, экспериментировала с использованием подводных лодок снабжения, так называемых «дойных коров», в течение 1941 года. Благодаря нескольким точкам встречи с кораблями снабжения или «дойными коровами», подводные лодки в Центральной и Южной Атлантике могли оставаться в море в два раза дольше, чем раньше. Весной 43-го года несколько больших подлодок тип 9 были направлены в Атлантику к побережью Африки. Именно там состоялась наиболее результативная атака одиночной подводной лодки на конвой торговых судов. К концу апреля 43-го года в одном из излюбленных мест охоты около Фритауна занимала позицию немецкая подводная лодка с изображением молота на боевой рубке.
Подлодкой, входившей в состав 10-й флотилии, командовал капитан-лейтенант Вернер Хенке. Он считался одним из лучших немецких подводников. В боевом походе в августе-октябре 1942 года еще в звании обер-лейтенанта Хенке потопил 10 судов на 52 816 брутто-тонн в районе острова Тринидад и получил за это 17 декабря 1942 года рыцарский крест и очередное звание. Его субмарина У-515 покинула базу еще 21 марта, но пока особыми успехами похвастаться не могла. Только 9 апреля около Дакара от торпед У-515 пошел на дно французский теплоход «Бамако», но приближался ее звездный час. Вечером 30 апреля в районе примерно 90 миль к югу от Фритауна акустики лодки засекли шум винтов. 18 судов в охранении английского корвета и 3 тральщиков составляли тихоходный конвой ТС-37 «Такоради Сьерра-Леоне». Он приближался к месту назначения, и, возможно, это ослабило бдительность наблюдателей. Атака для них оказалась неожиданной. Условия для действий молота сложились на редкость благоприятные. Хорошая видимость, малое охранение, медленное движение судов. Более того, местные атмосферные условия вызывали непрохождение радиоволн, и конвой не мог позвать на помощь в случае необходимости дополнительные силы. Просчитав все плюсы, Хенке решил стрелять не веером, как обычно, а прицельно, одиночными торпедами. Хотя это требовало сложного маневрирования, а для увеличения успеха атаки он подошел на близкую дистанцию около 5 кабельтовых. В 21 час 2 минуты первая торпеда пошла к цели и взорвалась через 68 секунд. Затем звук детонации повторился еще 3. Немецкий подводник насчитал в перископ 4 тонущих судна, среди которых заметил разламывающийся танкер и срочно ушел на глубину. Эскорт бросился на поиски лодки и провел атаку глубинными бомбами, но безуспешно. Ноября 43 года подлодка установила контакт с конвоем МКС-30СЛ-139 к востоку, северо-востоку от Сан-Мигеля, Азорские острова, но в свою очередь была замечена самолетом. Подлодка срочно погрузилась, но была обнаружена эсминцами сопровождения, которые преследовали ее в течение нескольких часов и нанесли серьезные повреждения. Были разорваны главный балластный танк и резервный масляный танк. Также были повреждены несколько аккумуляторов, электроника и один электродвигатель. У-515 выпустила акустическую торпеду Т-5 по шлюпу «Шантиклир», причинив ему непоправимый ущерб. На У-515 было совершено еще несколько атак, и почти израсходовав весь запас воздуха, субмарина смогла всплыть. Инженеры сообщили командиру о состоянии подлодки. Старший инженер-механик Георг Менкен предложил вернуться в порт для ремонта. Младший инженер-механик Гюнтер Альтенбургер считал иначе. Для того, чтобы вернуться в порт Лориан, нужно было пересечь Бискайский залив, известный как кладбище подлодок. Акваторию залива могла патрулировать британская авиация, а поврежденная субмарина была легкой мишенью. Вернер Хенке решил прислушаться к младшему инженеру. 22 ноября подлодка остановилась недалеко от Канарских островов. Экипаж, скрытый от глаз врага, занимался ремонтом. Альтенбургеру удалось привести субмарину в исправное состояние всего за 2 дня. Однако он предупредил, что следует избегать новых столкновений с врагом, если они хотят прийти в порт в целости и сохранности. Несмотря на предостережение, Хенке не смог пройти мимо вражеских кораблей. На западном побережье Африки он потопил 2 британских грузовых судна.
тому моменту У-515 была в аварийном состоянии и могла лишь идти домой на самой малой скорости. Аккумуляторные батареи были сильно повреждены, и лодка была вынуждена идти по поверхности. 10 января 44 года подлодка вошла в Бискайский залив. Субмарина четыре раза пыталась всплыть, чтобы зарядить аккумуляторы, но присутствие вражеских самолетов вынуждало экипаж постоянно прятаться под водой. Они медленно плыли вдоль побережья нейтральной Испании. Спустя сутки, в 4 часа дня, батареи полностью разрядились и электромоторы были отключены. Экипаж оказался в катастрофическом положении на глубине океана. К счастью, прибрежная зона была мелководной, и подлодка залегла на дно. Энергии хватило бы на то, чтобы всплыть один раз, но нужно было дождаться темноты. Британские самолеты были оснащены высокочастотными радарами, которые позволяли находить подлодки. Подводники провели 3 мучительных часа на дне, а с наступлением темноты Хенке отдал приказ поднять подлодку с помощью последней балластной цистерны. Шумно заработали дизельные двигатели. Теперь почти не было шансов снова погрузиться и всплыть. Но подводникам повезло. В этом районе не оказалось ни одного вражеского самолета. Хенке выбрал побережье Испании, поскольку страна придерживалась нейтралитета. Подлодка двигалась по ограниченному водному пространству порту Лориен. Утром 14 января вахтенные заметили 2 немецких тральщика. Это был конвой, который держал курс на порт. В этот момент, как будто бы из ниоткуда, появились 2 британских бомбардировщика и начали готовиться к атаке. Все 3 немецких корабля открыли огонь по самолетам и заставили британцев отступить. Наконец, в 6 часов вечера подлодка пришла в порт. 5-й поход Хенке был, пожалуй, самым большим его достижением. И не из-за количества потопленных кораблей. В этом отношении у него были и более удачные плавания. Главным было то, что с такими серьезными повреждениями экипажу удалось вернуться домой. Безусловно, это говорит о блестящих качествах командира и профессионализме его подчиненных. Чья-то умная голова в британском адмиралтействе еще до начала Второй мировой решила, что для борьбы с подводными лодками хорошо будет использовать морскую авиацию. Для этого надо просто создать противолодочные группы кораблей, состоящие из авианосца и эсминцев. Идея была здравой, но где взять столько авианосцев? В 1939 году в британском флоте их было всего 6, и только один Ark Royal считался первоклассным современным кораблем. Да и пилотов палубной авиации не готовили к охоте на субмарины. Считалось, что их главной задачей являются торпедные атаки вражеских линкоров. В качестве альтернативы Адмиралтейство предложило строить мини-авианосцы из больших торговых судов. Они должны были нести на взлетной палубе с десяток самолетов и вести противолодочное патрулирование. Но до войны эту теорию не успели проверить на практике. В результате Великобритания в сентябре 1939-го бросила в бой с немецкими подводными лодками 2 авианосные группы ПЛО с флотскими авианосцами Courageous и Ark Royal. Оба корабля тут же стали целью для немецких торпед, но если Ark Royal поначалу везло, то Courageous'у нет. 17 сентября 1939 года его потопила подлодка У-29. После гибели Courageous'а произошли 2 вещи. Во-первых, Адмиралтейство перестало использовать флотские авианосцы в противолодочных операциях. И во-вторых, их потопление стало приоритетом для немецких подводников. Теперь каждый командир немецкой подлодки грезил отправить на дно такой корабль.
За это сразу же давали высшую награду Третьего Рейха – рыцарский крест. Следом за Карайджасом подводники Дёница потопили и Арк Ройл. 13 ноября 1941 года он погиб на Средиземном море от торпеды У-81. Потом настала очередь эскортного авианосца «Одасити». Он был первым британским кораблем этого класса, став воплощением той самой довоенной идеи адмиралтейства. Увы, прослужил «Одасити» недолго. 21 декабря 1941 года в Атлантике его потопило У-751. К сожалению, для Великобритании потери авианосцев на этом не закончились. В 1942-м немецкие подлодки потопили еще два корабля. 11 августа встретил свой конец «Игл». Он входил в эскорт знаменитого конвоя «Пьедестал» и был уничтожен мастерской атакой У-73 под командованием Гельмута Розенбаума. Во время высадки союзников в Северной Африке, известной как «Операция Торч», погиб эскортный авианосец «Эвенджер». Он сыграл важную роль во время проводки конвоя PQ-18 в сентябре 1942-го, но через два месяца его потопила немецкая субмарина У-155 на подходах к Гибралтару. Ответом на действия волчьих стай в средней части океана стало появление поисково-ударных групп, состоящих из эскортных авианосцев и эскортных миноносцев. Эти корабли были относительно дешевы, и их можно было строить в больших количествах. Их предполагалось использовать в битве за Атлантику для помощи изнемогающим эсминцам и другим эскортным кораблям. Эскортные авианосцы предназначались для доставки авиации в те районы океана, где раньше волчьи стаи разбойничали почти безнаказанно. Эскортные миноносцы должны были прикрывать эскортные авианосцы и взаимодействовать с их самолетами во время поиска и атак подводных лодок. Этим новым классом военных кораблей предстояло внести большой вклад в борьбу союзников против подводных лодок «Оси». Это позволило бы начать активные наступательные действия против волчьих стай в местах их сосредоточения. При тесном взаимодействии эскортные авианосцы, миноносцы и эсминцы, сведенные в поисково-ударные группы, могли ликвидировать подводную угрозу. Но строительство эскортных авианосцев и миноносцев требовало времени. Требовало времени и подготовка экипажей, которые должны были специализироваться на поиске и уничтожении вражеских лодок. Поэтому поисково-ударные группы могли начать кампанию не ранее лета 43-го года. Однако уже во втором квартале 43-го года волчьи стаи адмирала Дёница не сумели повторить успех, которого добились в первом квартале того же года. Тихая весенняя погода, увеличившаяся продолжительность дня, усиление авиации, пересмотр тактики действий противолодочных сил облегчили переходы конвоев через Атлантику. Поисково-ударная группа США 21-12 состояла из эскортного авианосца «Гуадалканал» и четырех эсминцев. Авианосец нес 23 бомбардировщика-торпедоносца. Группа находилась под командованием капитана ВМФ США Дэниела Геллери. Он родился и вырос в Чикаго, штат Иллинойс. В 1942 году Геллери был командующим авиационной базой США в Рейкьявике. Там он был награжден бронзовой звездой за успешно проведенные операции по уничтожению немецких подлодок. В 43-м году Геллери поручили возглавить поисково-ударную группу на борту авианосца «Гуадалканал». В сотнях километрах от них У-515 пересекла смертельно опасную акваторию Бискайского залива и вышла в открытый океан. Ее задачей было вернуться к побережью Гвинейского залива и уничтожить корабли союзников. 8 апреля 1944 года. На авианосце «Гуадалканал» царила очень оживленная обстановка. Были идеальные условия для эксперимента.
Самолеты еще не совершали посадку на авианосец в темное время суток. Но если это сработает, то станет большим преимуществом для союзников. В 18 часов по Гринвичу 6 бомбардировщиков взлетели с палубы авианосца Гуадалканал. Но пилоты сразу же сообщили, что собирается буря, и Галлари решил повторить эксперимент через некоторое время в полной темноте. Но случайность дала еще один шанс. Один из пилотов заметил У-515, и та была вынуждена срочно погрузиться. В 23.15 бомбардировщики вновь поднялись с авианосца. Через час они снова обнаружили подлодку на поверхности. Один самолет сбросил две глубинные бомбы, а команда подлодки открыла ответный огонь из артиллерийской установки. После этого субмарина погрузилась под воду. Бомбардировщик потерял с ней контакт. Несмотря на то, что их снова заметили, Хенке отказался менять курс, чтобы избавиться от преследования. Он не мог допустить мысли, что самолеты находились совсем рядом, на авианосце. Он думал, что пока гидрофон не воспринимает посторонних звуков, подлодке ничего не угрожает, и опасности можно избежать. Оказалось, что он глубоко заблуждался. Эксперимент Галлари с ночными полетами прошел успешно. За несколько часов самолеты дважды столкнулись с подлодкой. Капитан решил привлечь к испытаниям остальную часть группы. 9 апреля 44 года. Пасхальное воскресенье. У субмарины снова разряжались аккумуляторы. Хенке нужно было всплыть, хотел он этого или нет. Преследователей уже давно не было слышно, и командир решил всплывать. Он позаботился о том, чтобы на палубе было как можно больше дозорных и артиллеристов. В небе никого не было, но спустя 45 минут что-то показалось слева от кормы. Эскадренные миноносцы, а с ними и авианосец, направлялись в их сторону. В тот же момент прямо над ними появился самолет. Артиллеристы подлодки открыли огонь, но орудие заклинило. Зато зенитная установка работала исправно. Пилоты начали сбрасывать глубинные бомбы, но ответный огонь заставил их уйти. Вслед за этим лодка совершила срочное погружение. Фельдвебель, übernehmen Sie mit drei Männern die Flanke! На борту Гуадалканала Галлари отдал приказ эсминцам Пилсбери и Флаерти найти и уничтожить врага. Эсминцы несли новое оружие под названием «Ёж». В 1942 году Королевский военно-морской флот Великобритании начал эксплуатацию новейших противолодочных бомбометов «Хеджхог». Эта система одним залпом могла накрыть достаточно крупный участок водной поверхности и при правильном целеуказании и известной доле удачи поразить подлодку противника. Бомбомет «Ёж» достаточно быстро показал весь свой потенциал. Залп из 24 штучных глубинных бомб
каждая из которых несла до 16 килограмм взрывчатого вещества, был серьезнейшей угрозой для подлодок противника. В то же время у этой системы имелись определенные недостатки. Так, большое число снарядов в залпе затрудняло и затягивало перезарядку. А боеприпасы оснащались только контактным взрывателем, из-за чего для подрыва требовалось прямое попадание во вражескую подлодку. Взорвался первый блок бомб. Удар был скользящий. Если бы бомбы упали на подлодку, ее корпус был бы разрушен. Не надеясь уйти, Хенке придумал рискованный план. Подлодка находилась на максимальной глубине, но Хенке решил погрузиться еще глубже и применить средство дезориентации «Болт». Это небольшой баллон со смесью кальция и цинка, которую подавали за борт. Газовые пузырьки создавали гидроакустический эффект присутствия другой подлодки. Сработало. Обманный маневр сбил с толку экипажи эсминцев. Команда подлодки услышала звук удаляющихся кораблей. К эсминцам присоединилось американское судно «Шаттлейн», но все корабли шли теперь неверным курсом. Эсминцы и авиация искали подлодку 2 часа, но она словно растворилась. Для сопровождения авианосца прибыл 4-й эсминец «Поуп». Он обнаружил подлодку в 600 метрах. Направление 090. Эсминец произвел 2 залпа, но все бомбы прошли мимо цели. Они поняли, что субмарина находится слишком глубоко, и Йош не подходит для атаки. Вместо этого с Поупа стали непрерывно сбрасывать серии глубинных бомб. Попадание одной из глубинных бомб привело к пробоине, а так как лодка находилась на большой глубине, вода под огромным давлением хлынула внутрь и стала затапливать отсеки. Лодка потеряла равновесие. Для того, чтобы уравновесить подлодку, команда перемещала воду по балластным цистернам. После следующей атаки глубинными бомбами ударная волна повредила одну из балластных цистерн и вызвала пробоины в трубах. Вода вперемешку с топливом заливала кормовое торпедное отделение. Корма накренилась на 20 градусов. Гюнтер Альтенбургер спешно заделывал пробоины, в то время как в другой части субмарины команда пыталась уравновесить ее своим собственным весом. Командир эсминца Поуп высматривал признаки крушения подлодки. Инженер-механик заделал все серьезные пробоины и сообщил командиру, что подлодка не выдержит больше ни одной атаки. А в это время с борта Поупа сбросили еще 3 серии бомб, которые открыли наскоро заделанные пробоины, и ситуация на лодке стала безнадежной. Кормовая часть подлодки настолько сильно заполнилась водой, что субмарина пошла ко дну. Экипаж увеличил скорость и стал сливать топливо. Наконец, на глубине около 200 метров лодку удалось выровнять, но экипаж переусердствовал. Теперь в носовой части стало слишком много воды. И вместо того, чтобы прийти к равновесию, лодка начала подниматься на поверхность. В то время, когда командир судна «Шаттлейн» отдал приказ об атаке глубинными бомбами, из-под воды под острым углом вынырнула субмарина. Хенке приказал всем покинуть субмарину и поднялся к люку. Со всех сторон их окружали американские корабли, а над головой летали самолеты. Это можно было считать полным поражением.
Союзные корабли приняли действия экипажа за попытку атаки. Вся команда подлодки вышла наружу, и Гэллори подумал, что они собираются занять позиции и открыть огонь. Поэтому американцы стали стрелять. Fire! 70-миллиметровый снаряд попал в боевую рубку, где хранились баллоны с водородом. Произошло воспламенение, от которого взорвались боеприпасы. Все было в огне. Над бортом подлодки поднялись клубы белого дыма. Сразу после потопления У-515 Вернера Хенке забрали на борт корабля «Шаттелейн». В тот же день его переправили на авианосец «Гуадалканал». На следующий день оперативная группа капитана Гэллори потопила подлодку У-68. Его ночные рейды с применением авиации стали настолько успешными, что ВМФ США стали проводить их на постоянной основе. После опыта с потоплением У-515 Гэллори загорелся идеей взять экипаж субмарины в плен. Так он захватил подлодку У-505. Хенке попал в плен к американцам вместе с большей частью своего экипажа. Командиру американского эскортного авианосца «Гуадалканал» Дэниелю Гэллори удалось хитростью склонить немецкого аса и других членов его экипажа к сотрудничеству. Гэллори тонко сыграл на опасениях немцев попасть в руки англичан, так как они считали, что их ждет трибунал за потопление «Церамика». Как писал в своих мемуарах командир «Гуадалканала», Хенке в разговоре с одним из охранников поведал, что незадолго до выхода У-515 из Лориана радиостанция BBC передала пропагандистское сообщение на все базы немецких подлодок. В нем было сказано, что англичане выяснили, после потопления «Церамика» У-515 всплыла и расстреляла из пулемета людей в шлюпках. Поэтому, как говорилось далее в передаче, в случае попадания кого-либо из экипажа У-515 в плен к британцам, он будет предан суду за убийство и повешен, если будет признан виновным. Когда Хенке был вызван к командиру «Гуадалканала» и ознакомлен с этой радиограммой, он помертвел в лице. Как писал Гэллори, подводный ас был храбрым и жестким, но его удалось загнать в адскую ситуацию. Гэллори предложил Хенке сделку. Немецкие подводники дают расписку о сотрудничестве и остаются в руках американцев. В результате 15 апреля Хенке, а затем и другие члены экипажа У-515 подписали заранее подготовленный документ, в котором обещали сотрудничать с американцами в обмен на невыдачу их британцам. «Я, капитан-лейтенант Хенке, клянусь своей честью офицера. В случае, если меня и мою команду поместят военнопленными в Соединенных Штатах, а не в Англии, говорить на допросах только правду». Стоит отметить, что, оправившись от первого удара, Хенке пришел в себя и впоследствии отказался сотрудничать и соблюдать подписанное им соглашение. Это представляло для американцев серьезную проблему. Во-первых, Хенке был непростой подводник, и его заслуги и характер могли сделать его лидером среди немецких пленных в руках американцев. Во-вторых, он был вторым подводным асом с дубовыми листьями, попавшим в плен. Первым был знаменитый Отто Кречмер, который попал в руки англичан и стал для них большой головной болью. Он организовал суд над офицерами У-570, которые сдали свой корабль врагу. Он активно готовил побеги из лагерей военнопленных и установил кодированную связь с Дёницем в письмах, пересылаемых через Красный Крест. Намучившись с непокорным подводным асом, англичане перевезли его в Канаду. Но Кречмер отличился и там. Устроив массовую рукопашную схватку между пленными и охранниками, вошедшую в историю как битва в Бауманвилле. Американцы понимали, что Хенке вполне может стать такой же причиной неприятностей для них, какой был Кречмер для англичан. Поэтому после отказа командира У-515 от своей расписки, допрашивающие немецкого офицера-следователи решили припугнуть непокорного аса, выдача его британцам, объявив, что уже назначен день его отправки в Канаду. Это привело к катастрофическим последствиям.
Хенке решил избежать английского трибунала, покончив с собой. Способ расстаться с жизнью он выбрал довольно необычный. Днем 15 июня 44 года Хенке на глазах охраны лагеря для военнопленных Форт Хант, штат Вирджиния, бросился к проволочной ограде и полез на нее, не реагируя на предупреждающие окрики часовых. Когда офицер-подводник находился уже на самом верху ограды, один из охранников выстрелил. Хенке был тяжело ранен. Американцы пытались спасти его жизнь, но подводный ас скончался в машине по дороге в госпиталь. Командир У-515 умер, находясь в неведении, что противник пытался использовать его заблуждение насчет потопленного лайнера. Даже попади он в руки британцев, вряд ли последние сумели бы на законных основаниях предъявить ему обвинение в военном преступлении, несмотря на большие человеческие жертвы. Церамик был законной целью для подлодки, и с нее не стреляли по шлюпкам из пулеметов. Но знавшие Хенке люди описывали его как человека гордого и решительного. И, видимо, он решил не допускать для себя бесчестия быть повешенным. Так нелепо завершилась жизнь одного из последних реальных немецких подводных асов, которого его биограф Тимоти Маллиган назвал одиноким волком.